Здравствуйте, дорогие наши друзья! Приветствую наших подписчиков! Или, как говорил один известный персонаж, наши вам с кисточкой. Вы на канале «Анекдоты от А до Я» от Валерия Астахова и Владимира Ямненко. И пока я здесь разглагольствовал, я надеюсь, вы подписались и нажали на колокольчик, ведь мы начинаем! Жора с Сонечкой сидит в ресторане, заказал все. Сонечка говорит: «Боже мой, Жора, а зачем вы заказали столько водки?» «Сонечка, для того, чтобы ваша красота спасла мир, нужно немножечко выпить». Прикинь, шел домой и увидел, как какая-то пара ссорится на остановке. Ну, я подошел поближе и громко как пирданул. Они начали ржать, так и помирились. Я Купидон, однозначно. Концертный зал, конферансье выходит, объявляет: «Грета Гинзбург, каприз номер 21». Из зала: «Слышишь, нихуя себе, она еще свои капризы нумерует». Прикинь, Вовчик, я тут вычитал, что чем умнее человек, тем у него сильнее тяга к выпивке. Вот знал, что есть какая-то причина. Галочка, здравствуй, дорогая. Ну что, может, 100 грамм для храбрости? Коля, я уже храбрая пришла. Муж возвращается из командировки, заходит в спальню, а там голая жена на постели лежит. Она протягивает к нему руки и говорит: «Дорогой, как я по тебе скучала, милый!» Голос из шкафа: «А пиздит, сынок, ты уже взрослый парень, поэтому запомни раз и навсегда. Общаясь с женщиной, никогда, никогда не делай поспешных выводов. Да и вводов тоже». Бабка, пришедшая в полицию на опознание вора-грабителя, уверенно ткнула пальцем в портрет президента. Хаим, поздравляю. Спасибо. Я слышал, ты женился. Так и да. Ну, рассказывай. А что рассказывать? Ну, что за жена? Как она? Ну, как она? Молодая, красивая. Да. И насколько моложе? На 20 лет. Ой, Хаим, что ты такое говоришь? Вот ты подумай сам, своей головой. Ты умрешь, она останется. Ой, я тебя умоляю. Пусть лучше останется, чем не хватит. Вовочка заходит в аптеку и спрашивает у провизора: «Скажите, а у вас есть какое-нибудь надежное обезболивающее средство?» «А что у тебя болит, мальчик?» «Пока ничего, но папа уже ушел на родительское собрание». Как-то мужик возвращается с командировки. К обеду как раз время. Он забегает в дом. «Дорогая, я приехал». Она раз выходит в пеньюаре из спальни. Он говорит: «Не понял, время обеда, а ты в пеньюаре? Ты что, спала?» Говорит: «Да, вот это так, устала, решила отдохнуть». Он с подозрением бросается на кухню, там никого нету. Он в ванную, в туалет, там никого нету. Он на балкон, никого нету. Он под кровать, никого нету. Он в шкаф, никого нету. Он говорит: «Где он? Где этот любовник?» Он говорит: «О чем ты говоришь? Какой любовник? Никакого любовника». Он подходит к кровати, поднимает одеяло, а там на простыне огромная такая лужа. Он говорит: «Что это?» Она говорит: «А что? Это я усталась». Он смазывает с кровати и говорит: «Усталась, говоришь?» Я вам так скажу. Жизнь, она проста, как семейные трусы. И если вы не будете пытаться из них сделать стринги, она тогда не будет натирать вам жопу.
Моня подходит к Саре. Говорит: Сарочка, дорогая, а скажите, а у вас есть какая-нибудь изюминка? Моня, вы что, не видите? Я вся сплошной кекс. У психолога: ваша сексуальная ориентация, доктор, не буду от вас скрывать, я правша. Моня выходит из дому и видит, навстречу ему идет Сарочка. Он подходит до нее, осматривает с любовью и говорит: ой, Сарочка, простите, пожалуйста, а вы забеременели или пообедали? Доктор, у меня член покраснел. Ну, наверное, вспоминает кто-то. Мужчина пришел в ремонтную обувь и принес свои туфли. И говорит: можно сделать вот эти туфли? Мастер берет, смотрит на них и говорит: скажите, вам сделать их хорошо или к четвергу уже? Ленка, у меня сегодня день рождения. А ты не хотела бы мне сделать подарок? Какой? Ну, я бы хотела тебя, чтобы ты мне подарила секс. Знаешь что, Коля? Лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Бывай. Миля, Миля, тут я смотрю, тебе пришло письмо. И смотри, на нем написано: лично в руки. Да ты шо, Цилечка? И шо ж там меня пишут? Марья Ивановна просит класс сочинить предложение со словами «на всякий случай». Ну, Танечка придумала? Да. Ну, давай, говори свое предложение. Я возьму зонтик на всякий случай, вдруг пойдет дождь. Молодец, пять. Сенечка придумал? Придумал. Говори. Я на всякий случай возьму бинокль в театр. Четыре. Молодец, четыре. Вовочка. Марья Ивановна, чтобы вы знали, у моего папы вот такой хуй. Вовочка, при чем здесь это? Да ни при чем, просто вы на всякий случай адрес запишите. Ну вот, дорогие друзья, на сегодня и все. Спасибо, что досмотрели наше видео до конца. У нас, конечно, еще масса анекдотов, но если вы хотите их услышать, нужно обязательно подписаться и нажать на колокольчик. Тогда мы увидимся с вами снова. Ну а пока, пока.